Сьогодні ми у «До два слайд» святкуємо День розглядання старих фотографій. З цього приводу ми покликали фотографку Надію Сомову. Надію, доброго ранку тобі. Доброго ранку. Розповідай, як довго займаєшся фотографією? Наверное, приблизительно это будет лет 6-7, потому что у меня был большой перерыв в фотографии. Наверное, лет 6 назад у меня была выставка своих работ, а потом в связи с некоторыми событиями в нашей стране я переехала, и, наверное, пару лет я не занималась фотографией, но примерно суммарно лет 5-6. Коли ти вирішила, що ось все, хочу стати фотографкою, це моє, ну, ми вже почули, що навіть виставка була, до речі, в якому стилі це були люди, пейзажі, чи щось? Називалась «Фотомікс» виставка, так як тоді я не определилась, наверное, еще со своим стилем, фотографировала все, начиная от пейзажей, заканчивая портретами, то есть все пробовала направления, и выставка была, наверное, лучших каких-то работ из этих направлений. Але що твоє улюблене, мені здається, що зараз ти полюбляєш фотографувати найбільше? Сейчас мне ближе всего это женские портреты. Очень мне близка эта тема, очень нравится. Но фотографирую все направления, но именно душа лежит, то есть когда ты получаешь самое большое удовольствие, наверное, это портреты, именно женские больше нравятся. А уже второе, следующее, наверное, это идет свадьбы. Свадьбы мне именно нравятся по эмоциональной составляющей, которая проходит, особенно когда ты с молодоженами целый день. Я могу даже, снимая в ЗАГСе, например, я так раз чуть-чуть как слезы, потому что, не знаю, я все равно в каждой паре видишь искренность, видишь родителей, видишь всех друзей, получается, ты знакомишься за один день, грубо говоря, с большей частью жизни этой пары. І це дійсно дивовижно, тому що немає такого вигоряння, тому що зазвичай мої там знайомі якісь, які займаються, власне, весіллями, вони ой, весілля, боже мій, це все таке однакове. Це вже 15 років цим займається. Але дійсно, ми зараз можемо подивитися твої роботи. Так, це ми плавно переходимо до теми розглядання старих фотографій. Для нас старі фотографії – то є чорно-білі. Як, на твою думку, у такому стилі фотографувати складніше? Це ж не просто перегнати фото кольорове до черно-белое. Да, есть такой один момент, почему фотографировали раньше, например, в черно-белом. Потому что была только черно-белая фотография, когда появилась уже цветная фотография, когда появилась цифровая, когда, грубо говоря, это стало набором инструментов. То есть каждый преподносит, то есть фотография, да, это не только запечатлеть то, что происходит в данную секунду, в данный момент. То есть помимо этого есть художественная составляющая. И, на мой взгляд, именно черно-белые фото, которые, в принципе, как классика, то есть всегда люди могут прийти и заказать там у меня, а можно хотим только в черно-белое. Но для меня черно-белое, если брать именно портретную съемку, которой я больше занимаюсь, это черно-белое фото, это как характер, это акцент на мимику, на взгляд, на жест, на позу человека. Почему? Потому что когда мы смотрим на цветную фотографию, хотя я обожаю и цветное фото, то есть, но именно в черно-белом пропадает внимание, взгляд человека на акцентные яркие детали. То есть, если мы смотрим просто, не знаю, на нас, мы смотрим, ага, там красное, там желтое, то есть мы отвлеклись, все равно мы все рассмотрели, взгляд бегает по всему. Когда это черное-белое фото, особенно я стараюсь снимать в однотонной одежде, то есть и так далее, мы смотрим сразу на взгляд человека, мы не смотрим там, какого цвета у девушки помада, там, либо какого цвета у нее там блуза, то есть мы смотрим именно на то, что человек собой представляет, какой взгляд и так далее. И очень нравится еще прием, в журналах глянцевых используются мужские портреты. Очень часто снимаются в черно-белом, потому что это зачастую больше показывает характер, больше показывает какую-то брутальность мужчины, а в основном такими мужчины хотят выглядеть на фото. И еще один прием, который мне очень нравится, это когда фотографируют людей более старшего поколения, подчеркивая фактуру, подчеркивая морщины, подчеркивая все эти детали. Только один момент, что сами, кто фотографируется, зачастую не очень любят. Они даже соромлятся этого, мне кажется. Да, есть еще такое влияние, в любом случае, соцсетей. Даже когда, бывает, приходит там девушка там, до 40 даже лет бывает. Ты фотографируешь, смотришь, да, есть у всех там какие-то мимические морщинки, все улыбается, это смотрится классно, на мой взгляд. Все равно фотограф всегда подбирает какой-то свет, чтобы это выглядело именно красиво. Именно... Но с влиянием соцсетей очень часто бывает такое, что просят, а вы сделаете... А можно мне носик меньше сделать? А можно гладенькое, да, чтобы личико, да, и вот как бы бывают с этим... Ти розповіла про гарний світ. Давай тепер поговоримо. Декілька пунктів для якісної чорно-білої фотографії. Що потрібно? На мой взгляд, как я уже сказала, помимо света важна одежда. То есть мне нравится, когда это однотонная одежда. Вот. Без разницы какая, потому что цвет убирается, но мне нравится однотонная, чтобы, как я сказала, для меня важнее эмоция. Вот как мы там смотрели фотографии, девушка смеется, девушка улыбается, какие-то непринужденные фото, которые уже прошло то время, когда мы все фотографировались и все любили там постановочные фото, стали так, стали как бы, все стараются максимально наоборот от этого отходить. Хотя все равно фото, да, мы ставим свет, все делаем, но все равно становится, хочется максимально сделать какие-то вот эмоции. Ну, вот я же говорю, эмоции очень важны. То есть даже если может быть неправильный свет, фото даже, например, бывает, когда я настраиваю фотоаппарат, сделала случайно, пока там человек не ожидал там, или не идет еще самосъемка. Бывает, даже сам человек выбирает это фото из понравившихся, даже свет не так лег. И все равно, то есть взгляд фотографа и клиента очень разные, потому что я могу смотреть на свет, могу смотреть на фон, могу смотреть на общую картинку, когда смотрит клиент на фото. Если только себя, то есть если он не нравится себе, фотография без разницы, насколько бы она ни была шедевральна. Если как бы, он себе не нравится, он не посмотрит на то, как правильно снят кадр. По поводу света, именно насчет искусственный это свет, естественный свет, поставили дополнительное освещение, оставили только свет от окна. На мой взгляд, это не имеет принципиального значения, это опять же как инструмент, как любит фотограф. Например, все свадебные фотографы используют при съемках сбора невесты естественный свет от окна. Практически у всех есть какие-то кадры, тоже банально. Например, когда фотографируют невесты, невесту расшторивают полностью окно, чтобы свет был мягкий на всю комнату. Когда фотографируют жениха, опять же, для того, чтобы показать брутальность, оставляют шторы практически закрытыми, получается узконаправленный свет, который может подчеркнуть там скулы, там руки, например, когда там часы одевают, либо там поправляют все. И то есть, я же говорю, это как бы больше как инструмент. Ну да, роздвигають дівчина йде у світле майбутнє, а хлопцю трішечки, якби... Щодо фотоапарату, можливо, це... Не так питання поставив. Неможливо. Це повинна бути професійна якась техніка. Чи можна взяти звичайний телефон, але якщо буде гарне світло, якщо буде гарна композиція, можна також зробити якісне фото? Знаете, когда я начинала фотографировать, особенно когда начинаешь с самой простой техники, ты всегда гонишься за тем, чтобы, блин, хочу лучше фотоаппарат, хочу дороже технику, объектив лучше, вспышку и так далее, и так далее, и так далее. Зачастую, когда ты это все получаешь уже, когда у тебя это все есть, ты понимаешь то, что, да, снять свадебный марафон, день длиною там 14 часов, да, не подойдет для этого ни телефон, ни начальная зеркальная камера, чтобы получить хорошие качественные фото, нет. Но для того, вот как ты сказал, можно ли при хорошем свете снять, например, красивый портрет, красивый, да. И мы начнем еще отталкиваться от того, какие сейчас телефоны. То есть, когда я иногда фотографирую на телефон, мне говорят: Надя, можешь нас фотографировать и на телефон, нам нравится. То есть, когда уже в студии стоим, выставили, тем более все там в основном публикуют свои фото в социальные сети сразу и так далее. То есть, раз, это сфотографируй меня. Я в основном беру свой телефон, потому что мне как бы все равно удобнее. Я сфотографировала, все сразу отправляю. Уже отлично. Да, уже... Это фотоаппарат, давай так. Да, давай так, и тем более быстрее, не ждать 2-3 недели, да, то есть фото вот сразу, как бы, потому что человек же горит, только сфотографировался, то есть все хочется сразу. Поэтому я считаю, что, и особенно для тех, кто не только вот для себя на телефон, а кто хочет стать фотографом, заниматься этим. Действительно, для того, чтобы понять свет, для того, чтобы понять, нравится ли тебе это, и действительно не стоит сразу брать и тратить огромные суммы. Нужно действительно разобраться, нравится тебе или нет. Я же говорю, получить хорошую фотографию, опять же, это чтение, всякие видео для того, чтобы понимать композицию, свет и так далее. Это изначально знание, а уже фотоаппарат идет как средство, которым ты показываешь то, что ты видишь, как ты видишь картинку. Все ж таки головний фотограф. Я хочу запитатися, сьогодні дуже багато говорили про емоції, про те, що головне навіть там нічого, головне то емоції. І мені завжди було цікаво, коли я дивилася там на якісь знімки чи, можливо, відео, які знімали фотографи, мене завжди цікавило, як виводити людину, власне, на ту емоцію. Чи розповідаєте анекдоти якісь, я не знаю, чи навпаки щось робите? Які є секрети для того, аби, ну, розбудити ту людину? Зависит, как всегда, от самого человека. Я себя чувствую расслабленно. То есть, когда ко мне приходит клиент, я всегда встречаю с улыбкой. И дальше это идет, наверное, действительно, это как обычное коммуницирование у нас в жизни. То есть мы смотрим на человека, мы начинаем с ним разговаривать. Мы видим, интересно ли человеку продолжить с нами разговор, интересно ли то, что мы рассказываем, насколько у человека хорошее настроение, насколько он готов шутить, насколько нет. И то есть насколько человек разрешает, на какой дистанции с ним общаться. Поэтому я на такой же дистанции общаюсь, потому что для каждого человека, который пришел к фотографу, важен комфорт. То есть, например, я вижу, что человек стесняется, человек, ну, то есть как-то себя чувствует. Мы делаем несколько кадров, то есть, например, сделала там кадров 10, смотрю, вот самый удачный там 5-й снимок. Я его открываю сразу, показываю, говорю, смотри, как ты хорошо получился, нравится, не нравится. Сразу на начальном этапе подскажи, что тебя смущает, либо наоборот ничего. Ну да, ты впевненность ему намагайся, чтобы да, он был... Да, если я вижу, что у человека не первая съемка, что человек прийшов розслаблений, тобто йому... А це, до речі, одразу видно, що людина полюбляє фотографуватися, це не перша його зйомка, не остання, ну тобто він проходить професійно. Дуже часто видно, перша зйомка чи ні, дуже часто видно, тому що чоловік, який часто фотографується, навіть кілька разів фотографувався, неважно, у мене, або і у інших фотографів, он знает уже, что ожидать. Как ему статуться, что девчата, это примерно... рабочая, это не рабочая. Да, и то есть все равно присутствуют подсказки, идет подготовка к съемке. То есть это не так, как зашел в магазин за хлебом, да, то есть ты шел-шел, думаешь, возьму хлеба домой, то есть и зашел. Нет, то есть ты все равно, клиент связывается со мной, он уточняет, мы обсуждаем количество образов, то есть время съемки, сколько мы можем образов сделать за эту съемку, то есть он советуется по поводу одежды, по поводу всего. Иногда это бывает встреча с клиентом, то есть в любом случае хотя бы по голосу, по моему общению, то есть человек слышал меня, как бы понимает, будет комфортно, не будет, то есть при встрече тем более, то есть если человек переживает, я могу встретиться, обсудить, либо могу сказать, подойдите в студию заранее. Тем более, у меня, как позавчера, открытие студии, наконец-то, то есть мечта сбылась. И теперь мне еще комфортнее, то, что я не завишу как бы от других людей, чтобы взять. Так и друга домивка стала. Если особистый простер. Да, ну то есть и этим мне легче, то, что действительно, если человек переживает, я могу сказать, вы можете зайти, посмотреть, нравится, не нравится, то есть что-то обсудить и так далее. Но в основном, я же говорю, люди приходят, бывают девочки, если переживают, могут прийти с подружкой. То есть, например, мы можем там... Это завжди сдается. Да, то есть могут прийти, чтобы себя увереннее чувствовать. То есть, ну, как бы я не против этого, просто прошу предупреждать как бы заранее, чтобы я ожидала. У меня такое питание, знаешь, часто густо кажуть, що якщо у кулінара немає настрою, в нього не дуже смачно виходить. Як з фотографією? Якщо в тебе, буває таке, ми всі люди, немає настрою, це одразу видно на твоїй роботі? уже потім, коли ти дивишся готові фотографії? У мене, наверное, є тільки один момент, який, я не буду говорити, що всі роботи однакові, всі однаково класні. Ні, дійсно, є роботи, які, я думаю, у кожного майстра, не тільки в плані фотографії, ти завжди можеш вспомнити, вот эти съемки были там классные, то есть выше там обычного моего какого-то уровня. Вот эти вот в основном, как я всегда снимаю, это было чуть хуже. Хоть и говорят, да, профессионал тем и отличается, что он гарантирует уровень съемки. Да, определенный уровень съемки он гарантирует, это можно посмотреть по его работам. Но фотограф растет, и иногда это может быть выше. Его внутренняя планка. Да, такая. То есть иногда получается работа еще лучше, чем, например, обычные, как бы вот основа моего опыта, моих работ. Из-за чего это? Что может отразиться? А у меня больше мои личные, мои внутренние. Я как бы стараюсь оставлять все равно при себе. То есть, как вот есть такой момент, ты зашел в студию, либо встретился с человеком, там, пришел на место съемки, я это разграничиваю, потому что то, что вот было 5 минут назад, да, то есть банальное настроение может испортиться из-за того, что, не знаю, я еду в такси, и что-то пошло не так. То есть, если я буду реагировать на какие-то каждые мелочи, то я могу на каждую съемку приезжать в плохом настроении. И там не то, что дать уверенность модели, которая, например, первый раз, а то есть там вообще как бы об этом не может говорить. Да, оставляю это за. Я же говорю, единственный момент, это самое главное для меня, чтобы получились классные кадры, это контакт с моделью. Потому что когда человек приходит ко мне второй, третий раз там, и так далее, когда ты снимаешь свадьбу, потом уже беременность, потом уже детей и так далее, у тебя настолько налажен контакт, что просто человек пришел не на съемку, а как в гости тебе. А, тобто є такі, які ти зняла їх весілля, потім народження дитини, потім як вони пішли до школи. Випускний дитини, весілля дитини. Потім вже переходиш онуків знімати. Ну, до випускного я, мабуть, ще за время своєї роботи не доросла, але, по крайней мере, якщо взяти цей возраст, то як йдуть в школу, можу зняти перших клієнтів. Але все попереду, ми вже знаємо, що все це буде попереду, тож поради від Надії Сомової: не бійтеся показувати свої емоції та дійсно довіряйте тій людині, якій ви прийшли показати себе справжньою, власне. Надія Сомова сьогодні була у нашій студії, з нею розглядали фотографії та розмовляли, власне, про фотомистецтво. Дякуємо, що до нас долучилися.